Всем привет, пупсики мои. Вот, хочу вас поздравить с новым 2024 годом. Ну-ка, отойди. Отойди. Так как старый уже кончился, поняли? Да ладно, шутки это все. Просто поговорим. Фу, как некрасиво. Фу, иди какай. Не дают мне записать видео. Иди отсюда. Иди. Фу, сопли текут, слюни текут. Да чё, просто включился поговорить. Не теряться, что на фоне ёлки. Иди, беги за ним. Иди, иди, беги. Не запишешь, наверное, с ними. Пришел с работы, делать нечего. Сижу, думаю, дай что-нибудь закатаю вам. Как с вами не поговорить-то с родненькими? Надо с вами разговаривать иногда. Тихо, Софа. Пришел с работы, помылся. Бабулька сегодня вон с ними сидела, Анютка на работе. Новости какие-нибудь рассказать, новостей нет. Анюта не выключает свою эту сушку. Мясо сушила, я ничего не снимал. Колбаски, ну я на работе пока был, у него выходные были. Колбасу вчера сделала, маленькие такие колбаски. Вот такие колбаски, но соленые, соли переборщила. Влюбилась, видать, в меня, наверное, заново. Так иди, играйся там. Принцесса. Принцесса. Я принцесса. Бегает. Короче, как-то так. Ладно. Пойдемте сейчас куда-нибудь отойдем. Пришли на наше обычное место. Вот в этой хероборе делала она. Вон. Ем колбаски. Это телефонный сайт какой-то. Делала колбаски. Скотч валяется. Это дети во всем виноваты. Разбрасываю. Тут все. Думаю, что поесть варить. Анюта вчера делала эти, как рис такой. Бабка кашу наварила. А, есть колбаски, но они уже все в жиру. Я вам покажу сейчас. Смотрите, вот. Вот они. Ну это жир уже. А вот такую пачку, вот такую, мы заморозили. А так вот колбаски. Вкусненькие. Ей не понравилось, мне понравилось. Ей приправа не понравилась. Ай. Машинка вон стоит. Я сейчас акому снял, с работы шел. Почистил, она вообще вся в сугробе была. Так лопату достал там. У нас лопату Анюта в машине купила, почистил так. Надо все очищать. Аккумулятор будем заряжать, короче. Без машины не может она пешком ходить. Хочет машину себе, не может. Попробуем зарядить аккуму. Ну все. Цветы почему никто не поливает? Никто не поливает сухие, надо поливать. Чего? Сейчас включусь. Совка у нас мается, вон как болеет. Сопли, кашель. Дети так странно болеют. И орет на всю квартиру. Вообще молодец. Почему взрослые так не болеют? Когда взрослые болеют, им очень плохо. А она вон веселая, бегает, а я там. Все. На улице тепло, все ништячок. Ой, что-то моя
Да, соленоватая, да. Но она божественная. Мне нравится. А мясо Анюта завялила, или как оно называется, хер его знает. Она сушеная, я сушеная. Ты... Ну-ка, вышли! Сушеная, ненавижу мясо. Ни о чем. А эти вот мягенькие колбасочки такие вкусненькие. Она же еще и с мороженое. А, вообще забыл. Завтра пятница. Крайний денек на этой неделе. Как я рад. Короче, работаю недели за неделями. Просто вот так вот. Улетают. Там время так быстро проходит вообще на этой работе. Мне нравится. И работать нравится. С удовольствием встал. 6 утра. Все свои дела сделал. Пошел на автобус, сел, поехал. До работы автобус довез. На обед привез. С обеда увез. Потом вечером домой опять привез. Хорошо. Ну, все замечательно. Работа нравится, коллектив прикольный. Мужики все позитивные. Ну все. Вот так вот. Что вам еще расскажем? Показывать, что готовить будем. Да я ничего готовить даже не буду. Вон пусть рис доедают. А, короче, сварила она рис с морепродуктами. Там мидии какие-то, наверное, осьминоги там, да, короче. И взяла все это, смешала. Невкусный рис. Ну, я вчера ей сказал, говорю, невкусный, говорю. Есть невозможно, даже есть не хочу. Вот не знаю, сейчас посмотрю, картошка есть, наверное. Соляночку можно бахнуть у нас. Все под солянку есть. Или пойти мясо кусок достать. Пусть там рыба есть. Можно рыбку сделать, в принципе, поесть. Сейчас я ей позвоню в натуре и спрошу, может, в натуре рыбу поставим, рыбу похаваем. Она уже напичканная, замороженная. Там нормально все в ней. Все есть в ней. Внутри там и сыры. Ну, она там гурман понаделала. Одну мы уже делали. И вот вторая осталась. Но фаршированная там чем-то. Рисом тоже, что ли? Может, рыбку поставлю в натуре сейчас в духовочку. Сейчас я позвоню. Принесите ко мне мой телефон! А, услышали. Я думал, не услышат. Сейчас наберем ее. Все, давайте. Звонок в студию. Сейчас трубку не возьмешь. Как назло. Бегают, говорят, моя жопа, моя жопа. Ну, я же говорю, занята. Не берет. Ладно, похер. Нет, так нет. Придет, будет что-нибудь вялить, сушить, может. Фрукты надо, яблоки, да, тоже все равно. Сухофрукты сделать, компотик сварить, потом попробовать. Тема же. Короче, занес я кому.
Что с моими перцами, смотрите. Это вообще... Что это? Этот растет, этот тоже. Эти вон повяли, видите? И кто-то туда же в дебри засунул, повернул как-то. Вон отпал. Вообще. Надо тоже напалить. Все сухое. Чуть никто не поливает, не знаю. У меня бутылка тут в основном всегда с водой стояла. Специально куда-то дели ее. На улице тепло. Время 7. Все. Включились, поговорили. Ничего у нас особенного не происходит. Все по-старому. Все нормально. Вам желаю того же. Хорошего настроения. Бодрящих выходных. Отдыхайте с семьями. Любите друг друга. Что еще могу сказать? Я бы сматерился, но не могу. Я на камеру материться не умею. Поняли? А без камеры я могу выражать свой русский язык нормально. На камеру стараюсь этого не делать. Редко. Очень редко, Март. Это плохо. Материться плохо. Очень плохо. Но все матерятся. Так что можно. Не надо делать из себя святых. Типа мы. Ни-ни. Не это. Не надо мне сказки рассказывать. Все матерятся. Приходит время, и все матерятся. Все, одна соль. Теперь пить охоту. Хотел завтра девчонок, завтра Анютка в ночь. Девчонок отправят к бабушке. Я, говорит, заболела. Не буду я с ними сидеть. Прикиньте. Я хотел это посидеть завтра один на стримчике, поговорить с вами, музыку послушать, но нет, не хочет забирать. Вот еще раз говорю, рожаешь и бабушкам, дедушкам, да? Ведь кому внуки нужны? Никому. Не то, что там ежедневно сидеть, а забрать на выходные. Вот у меня внучок бы был или внучка, я бы с радостью понянчился. Даже с грудной. Вот мне дочь бы принесла, сказала, папа, посиди. Я бы с радостью. Мама сегодня с утра пришла, блинов еще напекла. Они уже все съели, там 3 блинчика осталось. Девки, походу, ничего не ели, но, говорит, кашу ели. Ну, что это каша? Они успокоиться не могут. У Алисы у нас конъюнктивит на одном глазе. Вообще ходит вот так вот. Вроде капаем. В обед ей закапал, утром она сама, говорит, капала. Я на работу ушел, в обед закапал. Сейчас еще надо закапать. А то ходит, на такой свет ходить не может, ничего не может. Типа это болит. Что вот? Она ее не Алиса называет, а Осина. Осина. Не Алиса, а Осина. Ладушки, все. Забазарились. Давайте, пупсики мои. Всего вам хорошего. Любви, удачи, счастья, терпения. То все, то все, бысим. Давайте. Может, и увидимся еще. Ну, по-любому увидимся. И все. Давайте. До скорых встреч. Подписка, лайк, колокольчик. Туды-сюды, сами знаете. Не выпрашиваю, просто прошу. Угу. Давайте. Пока.